Здравствуйте, меня зовут Абрамов Павел Владимирович. Я являюсь студентом Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики. Являюсь студентом первого курса магистратуры, и моя тема в олимпиадном задании – это административные реформы в Индии. Пожалуй, начнем. Если говорить об общей характеристике страны, то можно сказать, что Индия имеет огромное разнообразие населения, действительно занимает вместе с Китаем лидирующие позиции по количеству населения, а также имеет население Индии культурные и религиозные особенности, различия, из-за которых в том числе могут быть конфликты, поэтому очень важно сохранить управляемость в данной стране. Также данная страна является третьей страной мира по ВВП, по валовому внутреннему продукту, по приоритету покупательной способности, что говорит о ее важном месте в мировых отношениях, экономических в том числе. И Индия является федеративной парламентской республикой. Неудивительно, что она является именно федеративной республикой, потому что в стране 28 штатов и 8 союзных территорий, что очень даже немало. Плюс, как я уже сказал, мы можем говорить об огромном разнообразии населения данной страны, где необходимо учитывать мнение каждого, поэтому необходима федеративная республика. В Индии можно выделить три этапа реформ административных. Мы начнем с первого, с 1947 года по 60-е годы. В целом, в данный период можно говорить о том, что Индия отказалась от проведения каких-то радикальных преобразований. В целом была сохранена английская гражданская служба. Были попытки также сохранения высших чиновников бывшей колониальной администрации. Сохранен институт окружных коллекторов, например, который в себе совмещал административные и судебные полномочия. Также в данный период пытались закрепили формально равный доступ к гражданской службе. Но, к сожалению, реализовать это полностью не удалось по причине того, что в Индии до сих пор существует кастовая система и получилась некоторая элитизация управленческого уровня, когда высшие касты занимают бюрократические важные полномочия, важные места. Важно отметить, что в Индии демократический режим. Из-за того, что там демократический режим, управление происходит через консенсус и согласование, что довольно очевидно. И в результате этого, в том числе, появляются функционально децентрализованные органы. Например, национальные комиссии по делам меньшинств или по делам женщин. В этот период роль государства в жизни общества была значительной. В данный период ориентировались на концепцию государства всеобщего благосостояния. Но, несмотря на это, например, акцент был сделан не на отказе от ликвидации массовой безграмотности населения, которая до сих пор остается довольно высокой, но на подготовку довольно узкой, высококвалифицированной прослойки кадров для технологического развития страны. Интересный вопрос затрагивает политическую нейтральность бюрократии. С одной стороны, некоторые исследователи говорят о том, что получилось создать политическую нейтральную бюрократию в стране. Однако, даже если так получилось, то в данный период, как говорят исследователи, происходит все же увеличение политической зависимости бюрократии от политических элит страны, что ведет к неэффективности и коррумпированности. В целом, по первому этапу мы можем говорить о том, что получилось сохранить управляемость в стране, и в целом это главное достижение данного периода. Были проведены, опять же, какие-то определенные, не очень масштабные, но реформы. Второй этап реформ был более интересен, более насыщен, скажем так, на события. В данный период еще сильнее увеличивается роль государства в развитии экономики, расширяется государственный сектор, закрываются отдельные сектора экономики для частного капитала. Также были введены протекционистские меры для защиты малого бизнеса, для защиты местного производства. Также введена жесткая всеобъемлющая система лицензирования, которая мешала развитию бизнеса. И чрезмерная защита прав работников. Чрезмерная она была потому, что появлялись такие ситуации, когда работник действительно не исполняет свои должностные обязанности, но из-за трудового законодательства фактически работодатель не может его уволить, что вело опять же к неэффективности. Очень интересный кейс —
Это племенные штаты, которые создавались в Индии с точки зрения управления. Например, в 1972 году были созданы штат Мегхалая и Мизорам. В таких штатах преобладает, очевидно, племенное население. Основная цель создания таких штатов — это включение в жизнь индийского общества из-за того, что племенное население отчасти ограждено от основной политической, социально-экономической жизни страны. Также создавались системы квот для племенного населения, например, в университетах, но из-за различия размера племен, количества людей в племенах, логично, что большинство мест в университетах, например, забирали племена с наибольшим количеством людей в них. Третий этап реформ переворачивает полностью вектор, который был до этого. Начинается он в конце 20 века, можно говорить, по сегодняшний день. В данный период происходит либерализация и дерегуляция экономики. Если в прошлый период у нас увеличивается эта доля государственного сектора, то здесь, наоборот, у нас сокращается роль государства. Главной задачей ставится результативность, экономичность и эффективность. Повышается открытость экономики, но с определенными ограничениями в розничной торговле. Отменяется лицензирование в большинстве сфер деятельности, уменьшается антимонопольное регулирование, что помогает в том числе крупному бизнесу развиваться дальше. И в этот период очень сильный акцент делается на публично-частном партнерстве с мягким регулированием, в том смысле, что выпускаются типовые рекомендательные соглашения, но жестко административными мерами не регулируется то, как это партнерство должно быть именно реализовываться. Также в данный период происходит децентрализация, либерализация и демократизация управления. Логично, если у нас либерализация экономики идет, то и управление. В 92 году закрепляется самостоятельный статус местного самоуправления, но есть случаи, когда децентрализация переходила определенную грань. Например, в штате Керала был случай, когда определенные полномочия по планированию слишком большие были переданы на местный уровень, который местные органы власти не могли эффективно обрабатывать, делать и так далее. И в результате произошел бюрократический захват, когда вышестоящие администрации, в том числе штатов, начали очень сильно регулировать сверху то, как должно происходить это планирование, и это вылилось в очень сильную задержку планирования и, опять же, неэффективность. Так что мы можем сделать вывод, что есть определенные ограничения для этой децентрализации. В этот момент происходит ориентация на концепцию нового публичного управления, достаточно активной ролью государства, и также взяты принципы ориентированности администрации на граждан. В том числе это выражается в повышении автономии органов по вопросам объемов и видов услуг для предоставления этих услуг населению. Но, с другой стороны, требования по качеству услуг, они закреплены в единых регламентах. Также здесь происходит в данный периоде политизация и эффективность бюрократии. Определенные специально созданные комиссии анализировали степень политизации, в том числе бюрократии, рекомендовали снизить ее, но пока что о каких-то конкретных результатах говорить довольно сложно. Очень эффективным было это внедрение отчетов о деятельности государственных органов, Results Framework Document. Из-за того, что в этих документах были четкие измеримые показатели, бюрократия, государственные органы стали работать лучше, по крайней мере, с точки зрения этих измеримых показателей. Также была сделана привязка получаемых бонусов со стороны персонала госпредприятий от прибыли этих предприятий, что логичным образом повысило прибыльность государственных предприятий, потому что увеличилась личная заинтересованность персонала. Конкретным результатом, в том числе введения специальных отчетов о деятельности, является уменьшение разрыва между полученными и урегулированными жалобами в государственных органах. Например, в 2009 году у нас выбытия, то есть удовлетворенные жалобы, были в два раза меньше поступавших, а в 2013 уже, благодаря этим отчетам, в том числе, у нас сравнялись поступления и выбытия. Также в данный период происходит информатизация и увеличивается открытость. В 2005 году принимают закон о праве на информацию. Причем информация о коррупции и нарушении прав человека в том числе затрагивает, например, правоохранительные органы, где органы обязаны разбираться. То
То есть здесь особенный акцент сделан на этих явлениях, которые очень сильно могут разрушать государство и абсолютно, конечно же, неприемлемо. И реформа судебной системы, которая во многом как раз-таки была, заключалась именно в информатизации и компьютеризации документов и вообще взаимодействия с судебными органами. В 2021 году также реформы не закончили, индийское правительство продолжает их. Например, в 2021 году была проведена специальная кампания по избавлению от ожидающих рассмотрения дел, в том числе жалоб населения, они были обработаны в ускоренном порядке. И, что немаловажно, была улучшена эффективность центрального секретариата правительства страны. В центральном секретариате существовали очень многоуровневые системы организации, очень многоуровневые структуры, и в результате уровень этих структур был уменьшен, чтобы оптимизировать деятельность. Говоря о выводах, можно говорить о том, что административные реформы в Индии имели глубокие различия в этапах, которые мы с вами просмотрели сегодня, три этапа. Если первые два этапа подразумевали скорее увеличение государственного регулирования и в целом роли правительства, то уже последние имели, наоборот, дерегулирующий характер, что привело к высокому экономическому росту, снижению бедности, например, с 41% в 91-х годах до 21% в 2010-х годах. И также это изменило структуру занятости в целом из-за ориентации на высокотехнологичный сектор. Можно еще говорить о том, что если первые два этапа увеличивали госрегулирование, то это госрегулирование было неэффективно, потому что, например, во втором этапе не были достигнуты экономические показатели, которые были ожидаемы. В том числе это достаточно понятно, потому что государство не самое эффективное управление с точки зрения экономики. Однако после проведения всех трех реформ из-за дерегуляции, которая была у нас в конце, из-за определенного снижения роли государства повысилась и социальная напряженность в обществе, потому что государство сняло свою защитную роль, в том числе частично, что на данный момент вынуждает искать компромисс определенный между экономическим развитием и социальной справедливостью. На этом все. Спасибо большое за внимание. Очень приятно было вам рассказать про эту тему.